хочу рассказать об особенностях, потому что консервирование трутовика серно-желтого отличается от консервирования других каких-то обычных грибов, типа опят, там, белых и так далее. Вот. У него есть своя специфика, поэтому кто этим не занимался, для этого ролик будет полезен. Но прежде всего нужно обработать собранные грибы, вот, и очистить их предварительно, скажем так, и отправить на варку. Ну, какие особенности? Вот когда вы поварили грибы, все, они у вас подготовились, теперь их надо тщательно смотреть. То есть вот, если вы смотрите, видите, вот эта вот черная точка. Вот от этой черной точки ее надо обязательно обрезать. Вот еще одна. От них надо избавиться. То есть берете ножик, обрезаете, и остается у вас только должна быть чистенькая поверхность. Если у вас стоят эти черные точки, есть риск того, что у вас просто взорвется банка. Вот, поэтому, чтобы этого не допускать, нужно тщательно осмотреть и вот эти точки все черные вырезать, чтобы у вас ничего не оставалось. Потом я режу их на небольшие такие кусочки, вернее, тут полоски, нужно сказать. И эти полоски уже будут консервироваться. Ну, вот сейчас у нас кипит, грибы кипят. И что еще хотел сказать? Значит, чтобы вы получили удовольствие от приготовления грибов, нужно использовать только вот эту молочную часть гриба. То есть это где-то будет 1/3, может быть 2/3 гриба. Обычно уже, когда гриб растет, в конце мая, там, в середине мая, он уже не всегда совсем мягкий. Вот это удача, когда можно найти полностью мягкий гриб. Вот. А так вот отрезается именно часть, которая крепится к субстрату, и оставляется она, или ее выбрасывать, если вы порошок не готовите, или вы используете его на приготовление котлет. То есть вы также его варите и откладываете чисто для котлет, потому что консистенция уже совсем другая. А это будет мягкая, и вам будет и приятно ее и в салат ложить, и так есть. Надо, чтобы не менее 10 минут, а можно побольше, покипело, чтобы пропитались специи. Вот. Сейчас такой мягкий, приятный гвоздичный привкус. Вот, поэтому сейчас я приступаю к закатке. Экономил ваше время, закрутил. Результат моего труда. Я его подписал. Вышло у меня вот тут 5 банок. Вот. А ингредиенты я сейчас все распишу, что я делал.